Здравствуйте, это канал Максимадзе. О, кто-то звонит. Эй, привет, Клоуд, детка. Я тебе звоню, чтобы сказать, как очень тебя люблю. И как тебе мне повезло с тобой. Не, Каталина, это Карл. Ты ошиблась с номером, по-моему. А, Карл, прости, очень легко совершить такую ошибку. Особенно, когда я с головой погрязла в любви и счастливой жизни. О, да, ну я. Нет времени, пока... Ох, как же она меня задолба. Ну, в общем, это GTA San Andreas, Definitive Edition. И мы снова на Grove Street, как будто сейчас первый сезон. В первом сезоне мы же тоже были здесь, выполняли задание здесь. Короче говоря, мы в прошлой серии вернулись в Лос-Андес, Свита освободили из тюрьмы, и мы вернулись сюда, на Grove Street. Так что давайте поехали выполнять задание. Точнее, что поехали. Первое задание у нас тут прям. Beat down, not beat up. Устроим небольшую вечериночку. Я слышал, что тебе ничего так досталось. У меня небольшой подарочек от beat up. Да прекрати, не буду я это делать. Ну давай, Свит, давай. Я уверяю, тебе это понравится. Это все наши парни курят. Я знаю, тебе это понравится. Эта травка снимает боль. О, да? Эй, ты что там делаешь-то? А, блин. Все тут повсюду говорят, кокс, 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 блин. Я только хотел проверить, что хорошего в этом. Да что с тобой творится, а? Видишь, фигня этот район весь разрушает изнутри. Я хотел позволить тебе разрушить и меня тут. Тебе не нужна эта фигня, Свит. А ты откуда знаешь? Вот причина всего того, что здесь происходит. Ну давай же, Свит, закури. Эй, эта фигня может плохо на твое сердце повлиять. Не видишь, что ли? Эта тварь мозги тебе пудрит, а ты ведешься. Ты будешь иметь дело с битдапом. Чё? С битдапом? Мы сейчас ему пиндюлей наставим. Вали отсюда нахрен, тварь. Так, поехали. Как ты чувствуешь себя с тех пор, как вернулся сюда? Я устал, очень устал. Устал вкладывать свою работу, как проблемы не дают покоя. Свит, у тебя сердце доброе, чем добрее, чем у остальных. Дела, конечно, обстоят не лучшим образом, но мы вернем репутацию района. Придет день, когда семья Джонсона будет управлять. Я слышу тебя, Си-Джей. Ты здесь для того, чтобы помочь, я это знаю. Короче говоря, битап этот был в самом первом выпуске прохождения этой игры у нас. Нужно... Зашли к нему, чтобы помощи у него попросить, а вместо этого он нас просто нахрен послал. А сейчас он, похоже, наркоту продает. А ну, битап, открывай! Битап! А ну, открывай, скотина! Да, здесь нет, он переехал отсюда. Чё, куда? Ты будешь цвета нашей семьи, нашей группы. Давай, говори, бля. Ну, мне тут же немного сделай, что нужно. Мне не нужна эта хрень, я тебе мажку сейчас вышибу. Не, Свит, стой. Опусти пушку. Он укуренный просто. Черт, он носит одежду наших семей. Это что-то означает? Слушай, дебил, скажи нам, где битап. И мы сразу же уйдем отсюда. Он живет в районе Глен Парка. Его представитель всегда отшивается здесь. И продает парням то, что им сейчас нужно. Тебе повезло. О, Глен Парк. Сердце территории банды Балласа в Кило Трейс. Да мне пофигу. Мы перекопаем весь район. Да, за дело. Ой, тихо. Чуть не вдолбался в него.
Так. Глин Парка. Мы его отвоевывали уже как раз в первом сезоне. Сейчас нужно будет отвоевать снова. Чё-то я не вижу здесь этих балосов. Балосы чё-то не наблюдаются пока здесь. О, блин, вот в этот раз долбался всё-таки. Может, на другой стороне есть. А, вот я часто, когда до этой миссии добирался, часто с трудом тут балосов находил. Сложно их иногда найти тут. Ладно, давайте выйдем из машины, может тогда появится. А, у нас это кончается, давайте эту. Надо было патронов накупить. Не подумал что-то. Так, балос и там, он, балос один там ходит. Только он там один. А надо убить как минимум троих, чтобы войну развязать. И тут тоже только один. Это не балос. А, вон ходит. Давайте-ка постреляем по ним. Так, давай. Так, бронежилет, кстати, где-то в той стороне должен появляться. Так, балосы наверху. Кстати, а это даже удобно, наверное, будет. Хотя, правда, отсюда их не видно. Они сюда сейчас пойдут. Да, балосы сильно стали сильнее. У них он пушки какие мощные теперь. Раньше с пистолетиками ходили, а сейчас с такими же автоматами ходят. А, даже с калашом ходят. Я, наверное, на калаш заменю это. Чтобы хоть какие-то были патроны. А, вон бронежилет появился. Давай, блин. Ой, блин, больно бьются. Этот район наш, дайте мне собрать пушки. Да, две собрал. Теперь район наш. Но я не вижу бидапа здесь. Давай проверим тот дом. Так, ой-ой-ой. Ой, а у меня... Блин, нихрена себе, что-то... Ну, они меня за раз прям замочили. Охренеть. А контрольной точки, по-моему, там не было. А, нет, была. Надо... Да, блин! Короче, теперь надо пытаться как-то удрать... Да, блин, не получается. Надо как-то теперь удрать, чтобы они меня не убили. Давайте пробовать это делать. А чё кнопка-то не работает? За дерево. Нет, все равно убивают. Сейчас попробуем. Надо попробовать это сделать. Давай. О, хорош.
Правильно, даже отсюда попадают. Надо туда побежать. Надо туда быстро побежать, взять там брони и здоровье. Я надеюсь, эту миссию не провалит. Так, члены нашей банды тут появились. И возьмем что-нибудь мощное. Давайте миниган, к примеру, возьмем. А, я на машине туда подъеду. Чтобы быстрее было. Ой, больно стреляют. Так, что-то очень больно они стреляют, надо придумать как их разнести по-быстрому. Так. Ой, я своего случайно убил. Ой, откуда? А, это копы, наверное, стреляют. Все, а, я всех убил. Отлично. А ну, говори, урод! Я не было выбора, меня запугивали. Всю дурь продал. Да заткни ты его нафиг, не надоело слушать это все. Не, не надо, прости. Смог, свихнулся на этом. Он параноик. Безвылазно сидит у себя дома и думает, что остальным пофигу. Где Смог? Я не могу сказать. Я тебе сейчас язык вышибу, если не скажу. Я не могу сказать, потому что не знаю. Только его представители знают. Мне сейчас придется тебя представить, все-таки. Биг Бер, а ну иди сюда. Что случилось? Прикончи этих мудаков, иначе... И я тебе дам еще крэк. Ну чё ты стоишь, пристрели их. Не слышишь, что ли? Я устал от курева, я устал от наркоты, я устал прибирать у сраный дом. Я свободен. Си Джей, возьми меня назад в команду. Дайте мне 20 баксов, и я к твоим услугам. Как в былые времена. Давай прокатимся и отправлю тебя туда, куда надо. Я отвезу Биг Бира домой. Хорошо, увидимся. Куда мы едем? Туда, где мы реабилитируем тебя. А, ну я не против. Так. Короче, так, машина наша исчезла. Блин, коп прям тут стоит. Короче, поедем сейчас назад. И вот сюда заедем. Нет, сюда, по мунацию. Надо взять обязательно брони. Надо будет... заехать домой сохраниться, чтобы здоровье себе набрать. Ну и купить этот под М4 патронов. Денег у нас много, хватит на всех. За глаза хватит. Да, вот, кстати, охрана у Бидапа, конечно, была жесткая. Ну и вот, я когда первый раз проходил вот эту версию ремастер, наталкивался на один такой случай, где надо было после возрождения убежать, чтобы не сдохнуть. Это была миссия от Торена, по-моему. Там надо было стрелять по вертолетам на горе. Собственно говоря, меня там спецназовцы убивали, мне надо было... Надо было убежать куда-то в край, чтобы они меня не убили. Но там было еще сложнее, чем тут сегодня.
Но удалось все же это сделать. Все же удалось. Так, ну, во-первых, давайте броню сюда. Теперь давайте мне сюда автоматы. И заменяем на М4. Вот так. Ну и все, вроде ничего больше не надо. Так, балласы. Если посмотреть на карту, то балласов больше всего территории заняло. А Гроу-стрит только вот это. Собственно говоря, вот это, которая вторая. Это Глен-парк, который мы только что как раз таки отвоевывали. Так, кто мне звонит? Я не собираюсь отвечать на этот номер, я выключу. Неизвестный номер. Кстати, можно... Давайте... Привет, Карл. Можно повстречаться с Денис. Давайте, например... Ну, давайте бар вот этот ближайший возьмем. Красиво, кстати, выглядит. Да, увидели спустя очень много времени. Да. Но пока си... Ой. Это этот, Милли. Надо уезжать, пока она не заметила нас. Вот, блин. Сбил людей прямо перед копами. А что Милли в Лос-Антосе вообще делает? Короче, пока CJ отсутствует в Лос-Антосе, она не будет звонить нам. А так, она нам может звонить, предлагать... Встречи. Так, а теперь давайте сохранимся, чтобы день наступил. Так, сюда. Во, хорош. Grow for life. Вы должны любить свой район как, так же, как любите друзей. Так всегда было, и ничто не сможет это изменить. Я позабочусь об этом. Как дела, CJ? Да, здорово. Все прекрасно. Я рад, что все возвращается на свои места, как раньше. Но еще не совсем. Мы стремимся к этому. Мы должны еще вернуть и объединить наши территории. Я рассказывал этим парням. Мы хотим, чтобы все знали, что Гроу снова в игре. Подожди, ты думаешь, что мы должны... Может, проще к этому относиться? У меня в мыслях другие вещи. Но можете выйти на минутку, мне надо поговорить с братом наедине. Если мы не будем работать над этим всем, как ты думаешь, что превратится в это место? У тебя хорошо всегда получалось бросать работу. Это не имеет значения, Свит. Чувак, мы не можем следить за районом из этого рэперского особняка. Слушай, мир гораздо больше, чем этот район. Зато мы здесь появились на свет, и здесь мы, возможно, встретим свой конец. Не забудь, откуда ты. Несправедливо это. Ах, вон оно кто. Кто-то замазывает все наши надписи на стене. Не уважает твой район. А ты ведешь себя как будто тебе это вообще пофигу. Вот что несправедливо. Ладно, будет по-твоему. Идем.
У тебя есть план? Да, у меня всегда есть план. Мы отправимся на территорию Балласов и вернем ее под управление Гроу. Да, покажем этим ублюдкам. Выключи радио. Давай перебьем их всех нафиг. Машину, кстати, вот здесь будет неплохо поставить. Блин, вот зачем я их раздавил? Я больше баллов-то нету. А, вот. Во, хорош. Можно, кстати, членов своей банды брать на задание, но не, я это не делаю, потому что толку от них мало. Их убивают довольно быстро. Этот вообще просто взял и убежал. Ой-ой-ой-ой. Этих много. Hey, come on, man. I thought we was banging. Давай, давай. Я покинул зону боевых действий. Чё ты перелазишь через этот забор? Зачем? Блин, Свит, ты только не попадай под эти. Машина так у нас задымится скоро. Отлично, этот район наш. Мы должны вернуть еще один район. Кто сказал, что Гроу-стрит дебилы? Блин, все колеса продырявили у нас. Одно только осталось целым. Еще какой-нибудь район, говорят, надо взять. Вот, члены нашей банды уже появились. Айлдвуд, вот этот возьмем. Дом Биг Смоука, кстати. Сейчас мы постучимся к нему, блин. Эй, Смоук, а ну открывай дверь. Открывай, где ты там? Похоже, он тут не живет уже. Похоже, Биг Смоук тут не живет теперь. Ладно. Кстати, вот интересно, почему они не реализовали в игре такое, что вот они не постучатся в дом Биг Смоку. Типа, а вдруг он там сейчас? Мы зайдем к нему. Откуда они сразу узнали, что не знают, где он? Ой. Вау! Хрена себе.
Так, теперь... Так. Да ё-моё. Есть, мы сделали это, СиДжей. Давай, возвращаемся на Grove Street. Давай, полезай в машину. А мы быстренько заедем, починим автомобиль. Ибо на таких колесах хрен куда доедешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что такое? Подождите, это что такое-то? Блин, это будет еще сложно. Фух, хорошо, что я его сбил. Так-то, отлично. Вот так-то, пошли вы все в жопу. Все. Ой. Ты помог банде Grove Street прихлопнуть Балласов. Братья Джонсон только начали. Хорошо, я пойду поспать, я устал. Вот я нашел это на теле. Наверняка бабки за наркотики. Так, ну и давайте еще напоследок заедем к в особняк этого Мэтт Дога. Сделаем там задание одно. Так, дайте мне сюда машину. Вот эту вот, да, вот эту давайте. На наш район напали? Какого хрена? Сейчас мы зададим им. Ох, и отведают сейчас силушки скорострельной. Отличная работа, район остается за нами. Так, поехали. Cut through business. Эй, как дела, док? Здорово, СиДжей. Расслабься, ты сделаешь это для меня. О, сирень. Не, Макер, ты что, опять за свое, что ли? Думай о Тэтчер лучше. Ты знаешь, мое время пришло. Я знаю, чувак, что ж тебя удерживает-то? А, погоди, это его клип? Я должен увидеть этого козла. А, ты чист, чувак, ты не должен ни о чем беспокоиться. Блин, этот мошенник Лок. Лок? Да, он ужасен. Да он ублюдок. Я узнаю в этих стихах. Это же мои стихи. Они из моей книжки со стихами. Это мои деньги. Мои девки и так далее. И это мой клип он снимает сегодня. Хорошо, мы вернемся на свои места. Явимся туда без приглашения. Да, гангста. Я люблю тебя, Маги. О, Маги, ты с головой вообще, что ли, не дружишь? Ё-моё. Макер явно с головой не дружит. Своей. О, на этой фигне давайте поедем. Давай навестим OG Лока. Посмотрим, сможем ли мы остановить съемки. И книгу со стихами. Ты делаешь все, что подобает высококлассному менеджеру, Карл. Держи это при себе, пока мы не покажем. Скажи мне, как подлый обманщик, когда Джо Полис смог подняться на вершины. Эстрадный бизнес, к черту.
Все помешаны на 40 шоуменов. Любой живозадый идиот может получить контракт, блин. Ну и что ж делать? Док, у тебя доброе сердце, прирожденный дар. По твоим венам идет кровь гэнгста. Любой может получить. Но только шедевры у кругу подниму. Ты прирожденный менеджер, Си Джей, блин. Ой, блин, немного неповоротливая хрень. Оу, Джи Лок, мы ведь ему в первом сезоне... Давно его, кстати, не видели. Мы же в первом сезоне ему помогали это... Как раз-таки для него книжку со стихами ту и своровали. Проникали к нему домой, к Мэтт Догу. Своровали они книжку, помогали стать рэпером. А теперь, наоборот, против него будем делать... Блин, неудобная хрень, честно говоря. А, ё-моё. У него интервью там берут. Давай сразу прикроем вечеринку. Ты долбанный обманщик, скотина! Верни мою книгу со стихами! Верни мою славу! Он удирает. Давай, за ним. Отвалите от меня! Но убивать не надо его. Я думал, мы друзья. Ты вчерашний день. Ты прошлое. Блин, неповоротливая фигня. Это тоже водная, блин. Дети любят Лока, Лока! Замечательно, мы утонули. Ой, блин. Вообще, ну это неудобно, прыгать там было. А, тут контрольная точка есть, хорошо. Я уж думал, опять ехать туда заново придется. Неповоротливая, неудобная фигня это. О, вот так. Да какой-то фигня, блин, поехали. Я, кстати, помню Куплинов на стримах GTA San Andreas проходил. Я помню, у него там смешной такой баг произошел. Короче, Мэтт Дог на своей вот это, на своем вот этом вот. Я забыл, как, я не знаю, как называется эта штука. Не помню. Короче, блин. Неудобная хрень. А, я сейчас по воде его догоню. Короче, у него Мэтт Дог на этой фигне застрял в дереве. Это было... Это смешно было. Ну, на мосту ему бежать некуда. О, кого-то убил, блин. Да ладно, теперь на этих машинках... Поедем. Ладно, на ней хотя бы ехать будет проще, чем на вот этой фигне.
Да, на какой-то фигне катаемся на протяжении всей этой миссии. А дальше на чем поедем? На попрыгунчиках на каких-нибудь? Прыгать будем. Мэддог, ты бухой козел. Дети больше не хотят слышать тебя. Все отвергнули вас обоих, блин. Смоук разберется с вами со всеми. Ну ее через сиденье спина проходит, кстати, некрасиво смотрится. Да постой ты, мы все равно догоним тебя, блин. Становись же ты уже, ё-моё. Обманщик! Чувак, не сможешь доказать ничего! Эй, Джеффри, ты ворюга! Мелкая, ты нанес удар мне в спину! Чувак, я артист! Ну мы все ошибаемся, разве не, бро? Ты не артист, ты козел, лжец, ворюга! Я собирался тут одолжить тебе денег на новый альбом. Вот, как крови возьми, у меня их много. Да, я тебе сейчас морду, блин, сделаю это. Разобью. А, так значит, это обманщик? Мистер Дог, я Джимми Сильвермен из Blasting Full Records. Подождите, я его менеджер. Хотите что-нибудь сказать, говорите мне. О, с удовольствием, джентльмен. Да, мне нужны хиты. Настоящие хиты! А что делать с этим парнем? Он обманщик, да? Давайте затаскаем его по судам до следующего года. Да убери от меня Рокисай. Эй, Лок, принеси нам прикусить. Сам принеси. Прости, гангстер, пусть лежит там, где лежит. Ну и пошел ты нафиг. Не трогайте меня. Не трогайте меня. Короче, теперь рэп он, видимо, бросит. Ну ладно. Закончим на этом. С вас лайк, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в ВКонтакте. И всем пока.